Армысыздар, жайлауында жылқы жайлаған, қазанда қазы қайнаған қазақ елі. Эфирде тобыл тынысы бағдарламасы, мінекей сағат тілі тура 12-ге соғылған кезде, өздеріңіздің отбасыларыңызбен, жақын адамдарыңызбен түскі астын, Ағдастарханын жайып тұрып, Қостанай телеарнасын қосып тұрып, тобыл тынысы бағдарламасын көруді баршаңызға енді көрсін дейміз. Және де осы алдағы 1,5 сағат 90 минутта сіздердің игіліктеріңіз үшін аяғымыздан тік тұрып, жұбанышты жұп қылып, қуанышты көп қылып сіздерге қызмет қылатын боламыз. Әріптестеріміздің дайындаған сіздерге арнайы қызықты айдарлары мен сырлы сұхбат және де әсем әуенсіз болмақ емес. Олай болса, бүгін міне сіздердің игіліктеріңіз үшін қызмет қылатын тізгінде Астық Төлке Астанасын арланы Рахат Сейтхан, және де менің сұлу да көрікті әріптесім Королева прямых эфиров Маргарита Иванова. Осылай бастап кетейік. Несколько поменялась у нас одежда со вчерашнего дня, но остался тот самый позитивный настрой, который будет в ближайшие полтора часа радовать каждого из вас. Для начала всем добрый день. Наш прямой эфир начинается. Мы ожидаем от вас кучу звонков по номеру 54-39-04. Не забывайте код города 8-700-14-2. Пусть это будут поздравления, пожелания, какие-то добрые, теплые, приятные слова, которыми мы будем заполнять наше эфирное время. Ну и, конечно, кроме этого, как всегда, традиционно вас ждет немало рубрик, прекрасные гости, множество занимательных тем. И все это в ближайшие полтора часа, естественно, на телеканале «Кустанай». Иә, қадірлі көрермендер, осы бір тікелей эфирде жұмыс істеп жатқанымызды сіздерге тағы да айта кеткіміз келеді. 54-39-04 номеріне хабарласу арқылы өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді, тілектеріңізді, жақындарыңызға туған күн, мереке, мейрам құттықтауларыңызды жіберсеңіздер, хабарласып айтсаңыздар болады. Біздің қоңырау желіміз сіздер үшін әрдайым ашық дегіміз келеді. Және де бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра, сіздерге кереметтей көк жәшік ішінен күн нұрын сыйлауға әрдайым дайынбыз. Осы бүгінгі эфир тізгінде әріптесім Марго екеуміз сіздердің игіліктеріңіз үшін қызмет қылатынымызды тағы да айтқымыз келеді. Және де егер де сіздер осы бір бүгінгі эфирді немесе бір қонақ болып келіп қалған жағдайда қонақтық осы эфирді көргілеріңіз келсе, әлеуметтік желі мен интернет сайттарында біздің парақшаларымыз бар. Қостанай.кз сайтында өздеріңіздің әртүрлі бағдарламаларды, әсіресе тобыл тынысы бағдарламасын көріп, қайталамаларын көрулеріңізге болады. Шығарылымдар тұрақты түрде шығып тұрады дегіміз келеді. Және де әртүрлі барша әлеуметтік желіде біздің сайтымыз бар, дәл сондай қостанай.кз, және де YouTube желісінде тобыл тынысы бағдарламасының несі бар, парақшасы бар, сондықтан да соны қарап, өтіп кеткен эфирларды қарауларыңызға болады әрине. Және де Instagram желісінде айтпасқа болмас, себебі қазіргі таңда бар жаңалық осы бір Instagram-да десем қапыда қалмаспын. Сондықтан да Instagram Instagram әлеуметтік желісінде тобыл тынысы парақшасында тобыл тынысы парақшасына кіру арқылы өздеріңіздің немесе бір қызықты болған эфирлерді қарауларыңызға әбден болады. Но я тоже чуть-чуть поработаю попугаем. Думаю, ты не против, если я немножечко плагиат сделаю на твой спич. Итак, что касается наших социальных сетей, все то же самое для вас, что и прежде, только в большем объеме материалов. А это Инстаграм, это Фейсбук, это Твиттер, это ВКонтакте, это наш YouTube-канал, ну и, конечно же, официальный сайт. Везде у нас сохраняется единый адрес, это kustanai.tv.kz. И плюс, как некий бонус ко всему, идет еще отдельная страничка в Инстаграме именно нашей программы «Тобыл тынысы». Не забывайте подписываться на все эти источники, чтобы быть всегда в курсе всех последних событий. Иә, қадірлі көрермендер, осы бүгінгі берекелі бейсенбі күнінің қалай өтетіні, күніңіздің жартысы енді бір қандай көңіл күйде, немесе қай жерге барып жоспарлап отырсыздар, қай жерге баруды, соны алдағы уақытта білу үшін назарларыңызды ауа райына бергіміз келіп отыр. Назарларыңыз экранда болсын.
Я қадырменді көрермендер, ауа райы минус 10. Ол бір қатты бір суықта, жылыда ауа райы емес. Сондықтан да бір кереметте бір жақсы серуендеп қайтуға түстен кейін бір өте бір қолайлы жағдай секілді. Себебі ауа райының осындай бір кездері қыстың күні жалпы серуендеп шығу, жалпы серуеннің өзі адамға көп пайдасы бар. Сондықтан да осы әсіресе қысты күні әртүрлі таза ауада, әртүрлі вирустардың алдын алу үшін таза ауада бір 5-10 минут болсын, 10-15 минут болсын жүріп қайту, оның өзі бір кереметтей адамға жеңілдік сыйлайды. Және де осы бір кереметтей бір жақсы көңіл күй береді десек болады жалпы. Осы ауа райының адамға әсері. Ал саған ше, қалай? Ты знаешь, из всех цифр, которые сейчас вот были на экране, меня порадовала только первая, которая говорит о том, что сегодня 16 число, и что как бы февраль, он уже половину отгремел своего времени, да, мы уже идем на вторую часть, и, соответственно, вот скоро уже март месяц, и, наверное, тогда уж наступит тепло. Вот эта цифра, она как-то внушает небольшую надежду на потепление. А что касается остального, ну, конечно, нужно и в такую погоду заставлять себя выходить на улицу, хоть не на большое, конечно, по количеству времени, да, проведенного, мы можем позволить себе, чтобы не заболеть, да, чтобы не подцепить те вирусы, которые, безусловно, сейчас будут вступать в активную какую-то свою пору, потому что вот этот промежуток от зимы к весне, когда теплеет, все просыпается, оживает не только природа, но и те самые микробы, которые очень хотят заполучить, да, человеческий организм, но мы будем с ними бороться, будем вести здоровый образ жизни, будем делать зарядку вместе с нашими рубриками, да, ну и, конечно, нет-нет, приглашайте специалистов в нашу студию, чтобы они как раз нам и рассказывали, что нужно кушать в данный период, какими витаминами можно себя обезопасить, и что вообще полезно делать, чтобы это прям, знаешь, так вошло в привычку нашу ежедневную. Әрине, осы құрметті көрермендер, барлығы осы сіздердің игіліктеріңіз үшін кереметтей бір осындай пайдалы ақпараттарымен бөлісетін қонақтарымыз да болады. Дәл осы ауа райына байланысты, себебі күн жылса, яғни әртүрлі аурулардың қозатын кезі. Сондықтан да осындай жағдайлардың алдын алу үшін, осындай жағдайлар болдырмас үшін өз-өздеріңізді күтініп жүріңіздер. Мысалы, аязды күні жылы киініп, сосын енді бір Алла қаласа, енді алдағы уақытта көктем келе жатыр, жаңағындай өзің айтып жатсың. Қыз өзінің ақылында қарқының беріп жатыр десек болады артқа қарай. Сондықтан да алдағы уақытта көктем келеді, мейрамдар бар алдағы уақытта кереметтей бір жақсы. Сондықтан да әрдайым жылы келіп жүріңіздер, күн жылыса да мысалға наурыз айында енді қатты бір жылы деп айта алмаймын, бірақ та қанша жерден бір жылы болса да қалың киімді тастамаған дұрыс негізі. Себебі мынандай жақсы сөз бар ғой, сәуір болмай тәуір болмас деп. Сәуір болмай осы кереметтей бір ауа райы болған күннің өзінде де адам денсаулығын күтініп, бір жақсы бір өзіне деген құрметпен, өзіне деген енді дұрыстап денсаулығын күтіну бойынша жақсы бір киімдерді киіп, жылы киімдерді киіп әсіресе жүрген дұрыс. Себебі құрметті көрермендер, сіздердің денсаулықтарыңыз біз үшін де өте маңызды дегіміз келеді. Біз сіздерге тек қана игіліктеріңізге жарап қызмет қылып қана қоймай, сіздердің осы бір денсаулықтарыңыз үшін де аса қатты уайымдаймыз дегіміз келеді. Өйткені егер де сіздер болмасаңыздар, біздің жұмысымыздың көк тиындық құны жоқ. Сондықтан да қадірлі көрермендер, хабарласып өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді, тілектеріңізді білдірсеңіздер, ол әрине нұр үстіне нұр болмақ. Сондықтан да алдағы уақытта бізбен бірге болыңыздар, қандай дәрумендерді пайдалану керек, қай уақытта қалай қандай витаминдерді ішу керек деген секілді алдағы уақытта сіздермен бөлісетін боламыз. Арнайы мамандарды шақырып, сондықтан да бізбен бірге болып алдағы бағдарламаларды да көре отырыңыздар дегіміз келеді. Рассуждать на предложенную тему можно до бесконечности долго, однако ж наши зрители, думаю, в предвкушении какой-нибудь интересной рубрики, и пора бы ей появиться на экране. Иә, қадірлі көрермендер, біздің әріптестеріміз дайындаған қызықты айдарға да кезекті берсек дейміз, назарларыңыз экранда болсын. Тоқта, күрделі жұмыстарды атқарып, күрделі мәселелерді шешетіндер үшін бұл күн сәтті болады. Сәтті жұлдыздар студенттерге, мұғалімдерге, ғалымдарға арналған. Бірақ басқалардың да бәрінде де бетінде жатқан шешімдерге қанағаттан өз қараса табысқа жете алады. Торпақ, күннің басында кішігірім түсініспеушіліктер туындауы мүмкін. Дегенмен сіз тым көп алаңдамауыңыз керек, өйткені оң үрдістердің әсері жақын арада күшейеді. Жаңа мүмкіндіктер ашылады. Көптен бері қызыққан іспен айналысуға мүмкіндік туады. Егіздер,
Бұл күн көптеген жаңа идеялар мен жоспарлар әкеледі. Сіз бірінші кезекте не істеу керек екенін бірден түсіне алмайсыз. Бұл жерде сізді жақсы білетін адамдардың кеңесі пайдалы болады. Кейбір ерекше оқиғалар таңға жайып жаңалықтар болуы мүмкін. Шаян. Айналаңыздағы адамдар сіздің істеріңізге әдеттегіден жиі араласуы, жұмыста да, үйде де болмашы келіспеушіліктер болуы мүмкін. Дегенмен, сіз эмоцияларды жеңесіз, өз мүдделеріңізді қорғай отырып, қалай өзіңізді көрсетуге болатындығын түсінесіз. Арыстан. Маңызды кездесулерді күннің бірінші жартысына жоспарламаңыз. Бұл уақытта басқалармен ортақ тіл табысу, жаңа таныстар туралы жақсы әсер қалдыру, немесе ескі таныстармен бірлескен әрекеттерді келісу қиын болуы мүмкін. Бизнесте де өз күшіңізге сенген дұрыс. Бикеш. Бұл күн жұмысқа, оқуға және басқа да пайдалы істерге өте қолайлы. Түйсіксізге алдымен нені қабылдау керектігін және нені кейінге қалдыру керектігін айтады. Сіздің біліміңіз бен тәжірибеңіздің арқасында басқалардың күші жетпеген нәрселерді тамаша жеңе аласыз. Таразы. Егер сіз осы күнге маңызды кездесулер жоспарлаған болсаңыз, штамдылық танытып, барлық дипломатиялық қабілеттеріңізді пайдалануға дайын болыңыз. Басқалармен тіл табысу әдеттегіден қиынырақ болады. Тіпті жақсы таныстар да кейде сізді дұрыс түсінбеуі мүмкін. Бірақ бәрінде келісуге болады. Саршаян. Тыныштықты сақтау әдеттегіден әлде қайда қиын болады. Бұл жерде мәселе бүгінде болуы мүмкін ұсақ түйек қиындықтарда ғана емес, сонымен қатар эмоционалдық фонның қарқындылығында болып отыр. Пайдалы нәрселерге назар аударыңыз, табысқа тез жетуге болатын нәрсені жасаңыз. Бұл сізге позитивті болуға өз көмегін тигізеді. Мерген. Басқалардың сізден не қалайтынын түсіну оңай болмайды, және олар үшін сіздің не айтқыңыз келетіні әр қашан түсінікті бола бермейді. Болмашы түсінбеушіліктерге бола ашуланбаңыз, қаржы мәселелерін, болашақ мәмілелер мен жұмыс жоспарларын талқылауды түстен кейінге қалдырған дұрыс. Тәуешкі. Күннің басында сізде жұмысқа немесе бизнеске қатысты тамаша идеялар болуы мүмкін. Көптеген дау тудырған қаржылық мәселелерді қалай шешуге болатынын түсінетін шығарсыз. Қандай да бір ескі жоспарды жүзеге асыруға, немесе күрделі және маңызды істі сәтті аяқтауға мүмкіндік болады. Зуқиғыш. Іскерлік кездесулерді кейінге қалдырмаңыз. Сіз үшін күннің бірінші жартысы өте қолайлы. Бұл жаңа бастамаларға да қолайлы болады. Табысқа жету үшін не істеу керектігін тез түсінесіз. Балықтар. Бүгін сіз болмашы оқиғаларға байланысты әдеттегіден көбірек алаңдайсыз. Есіңізде болсын, тұтастай алғанда күн өте жақсы болады. Тіпті, егер бірдеңе жоспарға сәйкес болмаса да, сіз жағдайға тез бағдарланасыз. Қадірменді көрермендер, айдарымыздың соңына да келіп жетті. Жұлдыз жорамал айдары болған болатын. Жалпы жұлдыз жорамалға өзің сенесің бе? Нашим, да. Потому что наш самый точный, самый позитивный и самый прекрасный. Ну а в целом, мое отношение к астрологии сегодня – это как некое такое веяние моды. И если так посмотреть в том же Инстаграме, да, как вот психологов, так и астрологов. Каждый второй. И каждый себя мнит профессионалом и пытается на этом, конечно же, построить хороший бизнес. Потому что, ну, поскольку есть спрос, поскольку люди желают всегда знать, что будет, и они с удовольствием готовы как бы распрощаться со своим бюджетом, дабы узнать что-то хорошее для своей жизни. Пока вот это все есть, да, желание, и будет существовать огромное количество людей, которые будут предлагать исполнение этой услуги. Ну а в целом, конечно, может быть, это и есть в виде какого-то таланта у очень редкого человека, да, вот какие-то вот есть же знахари, да, там, которые вот лечат и все такое. Но современные шоу экстрасенсорные, которые нам говорят, что каждый второй человек является таковым, это, конечно, ну, не соответствует действительности. Может, это и есть, но очень где-то в ограниченном количестве. Я дұрыс айтасың, яғни мен де сондай ұстаным, өйткені бәрінің екінің бірі қазіргі таңда сондай бір тылсым күштер деген секілді болып кетті ғой. Мысалға, бала ашу деген секілді, оның өзі бір көз бояушылық деген секілді болуы мүмкін, өйткені екінің бірінің қолынан келе бермейтініз өте бір шектеулі адамдарда болуы мүмкін, бірақ та оның өзі өте бір өте жиі болып тұрады секілді. Өйткені мынандай сөз бар ғой, жаратушы тұрғанда жаратылғаннан не сұрайсың дейді. Осы бір ауыз сөзін, 90 ауыз сөзін толықтай түйінін осындай бір тылсым әрекеттермен, яғни бір күштермен болашақты болжау, немесе бір ақшанды қалай көбейтуге болады деген секілді осындай сұрақтарға осындай бір кереметтей бір жауап бар, 90 ауыз сөзін толықтай түйіні. Сондықтан да осындай бір күштерге, ондай бір
әрекеттерге бір сенудің қажеті жоқ секілді былай қарап отқанда. Өйткені жаңағындай жаратушы оның барлығын өзі біледі. Қалай болатыны өзінің уақытымен бар, сондықтан да қолынан келгенше еңбек қыл. Сен ол ақшанды мысалға егер қалай көбейткің келетінін білгің келе ма, алда еңбек ет. Қарапайым тұрғыда. Алда еңбек ет. Сол берген ақшанды сен алда басқа бір жерге апарып, өзіне бір болашаққа инвестиция қой. Немесе бір өткізген, соған өткізген уақытында басқа бір ойлармен, жоспарлаумен, жоспарларды құру арқылы сондай бір әрекет қылу керек. Бұл жерде де ескеретін жағдай, жоспарсыз жасалған әрекет жай ғана қиял. Ал әрекетсіз жасалған жоспар тек қана бір қымырт дүние дейді. Өйткені екеуі жоспар мен әрекет егер де бір-бірімен сәйкес келмейтін болса, оның бәрі жай болмашы дүние деуге болады. Сондықтан да жоспар мен егер де өздеріңізді құрметті көрермендер дамытқыларыңыз келсе, бір болашаққа деген сенімді түрде қадам басқыларыңыз келсе, ең алдымен әрекет қылу керек. Әрекет қылатын болса, қаржы жағында өзі берекеті күтіп тұрады сені. Қандай іс-әрекет жасасаң да, ол өзінің бір болашағы болатын дүние. Егер де ол іс-әрекетін жоқ дегенде ең жаман жағдай болмай қалды ма, сен өзіне бір тәжірибе аласың. Ал болып жатқан күннің өзінде ол сенің ойға алған жоспарыңды әрі қарай дамытып, болашақта мысалы сен қазіргі таңда кім болғың келеді? Атақты адам болғың келе ма, бай болғың келе ма, немесе бір кереметтей бір шен тауып шекпен кигің келе ма, шен тағып. Сондықтан да егер де осындай әрекеттерді, жоспарды жоспарлайтын болсаңыздар, оған әрине әрекет қылу керек. Әрекетсіз дүние ол тек қана қиял түрінде ғана қалып қояды деген келеді. Сондықтан талпыныс қылып, әрдайым сол бір алдыға қойған мақсатқа ұмтылу керек. Ол бір тылсым дүниелерге сеніп, немесе ой, мынау жолымды ашып береді екен, набалгерге барайын, жолымды ашып береді, бір сәтте ақшаның астына көміліп қалам, аспаннан жаңбырша ақша жауады деген секілді бір ондай бір сенімді қазіргі таңда қою керек. Себебі қазір шынайы болу керек, реалистік тұрғыда ойлау керек. Егер сен талап қылып бір нәрсе қылмайтын болсаң, саған ешкім оны бермейді. Қазіргі нарықтық осы бір заманда, дағдарыс састырған заманда, берекені қаштырған заманда осындай әрекет қылмайтын болсаң, сен қазіргі таңда ешкім емессің. Егер де бір нәрсеге қол жеткізгің келсе, немесе бір ойға алған ісіңді алдыға жоспарлағың келсе, ол әрине тек қана өзіне байланысты деген біледі. В общем, все в наших руках, не нужно не обращать внимания ни на что, потому что вот я вчера буквально прочитала, что оказывается 14, 15, 16 февраля это какие-то магнитные бури, значит, могут быть эмоциональные какие-то то подъемы, то наоборот, значит, чувство какого-то пассивности, угнетения возникает у людей, смена настроения очень быстрая. Честно говоря, не заметила, пока не прочитала, да, но когда человек очень внушаем, да, и мнителен, то когда он прочтет, он сразу начнет: ах, ну да, весна не приходит, что-то холодно, да, это раз, потом на работу вовремя, не знаю, автобус не подошел, я опоздал, да, магнитные бури виноваты, это не я проспал, это не что-то еще, это все они. И вот потом ты начинаешь искать вот в каких-то мелочах, что да, оказывается, действительно, какой-то неблагоприятный день. На самом деле все в наших руках, вовремя поставишь будильник, не опоздаешь, составишь план, значит, выполнишь все задуманное за день, ну а погода, она будет улыбаться каждому, если в душе будет хорошее настроение. Иә, әрине, осы жаңағы әрбір нәрсеге қатты бір назар аударып сеніп керек емес. Егер де жаңағы сен айтқандай магнитный буря болатын болса, онда біздің де көңіл күйіміз түсетін еді. Ал қадірменді көрермен өздеріңіз көріп отырсыздар, біздің көңіл күйіміз өте бір көтеріңкі, жайдарлы болып отырмыз. Және де сол көңіл күйді сіздерге осы бір теледидар арқылы сіздерге де сыйлағымыз келеді. Және де сыйлау үшін қолымыздағы барлық мүмкіндіктерді пайдаланып жатырмыз. Сондықтан да ондай бір аса қатты тылсым дүниелерге сенудің қажет жоқ деп ойлаймын. Әр адамның өзінің өз қолында жаңағындай. Егер өз өзін үйретіп тастаса, егер өз өзін сендіріп тастаса, ол адамның тек қана басында ғана деу болады. Очень хороший жест, мне понравился. Ну и для поднятия настроения, думаю, что пора послушать хорошую музыку. Иә, қадірменді көрермендер, сіздердің көңілдеріңізді көтеру үшін кезекті әсем әнге беретін боламыз. Жанымның жалыны сөндірме жарығын, сыйла
Қадірменді көрермендер, осындай кереметті әуенді тыңдаған болатынбыз. Сіздердің де көңілдеріңіз көтеріңкі болады деген ойдамыз. Себебі осындай керемет әуендер адамның көңілін көтеріп жатады. Осындай бір баяу ырғақты әндер болатын болса да, осы бір адамның жан дүниесінен шығып көңіліне жететін болса, жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді дейді. Осындай бір сөздер, осындай бір әуен ырғақ адамның жан дүниесін баурап алары сөзсіз. Өте бір кереметтей бір жақсы әндердің бірі деп ойлауға болады жалпы, иә? Хорошая песня, это такой, знаешь, хороший источник лекарства для человека, поэтому каждый раз в нашей передаче мы пытаемся подобрать самые, что ни на есть, хорошие хиты, да, чтобы поднять настроение нашим зрителям. Надеюсь, что так и произошло в эту минуту, а между тем сегодня у нас и темы будут отчасти связаны, да, с хорошим настроением, потому что КВН, Клуб веселых и находчивых, он стремится, в общем-то, через свою деятельность дать понять людям немало, да. Во-первых, посмеяться от души, да, посмотреть на какие-то жизненные ситуации в преувеличенном масштабе. Да. А здесь можно какие-то пороки высмеять, можно какие-то привычки, да, можно пошутить на злобу дня, какие-то, вот, может быть, литературные произведения взять и на свой лад переделать. В общем-то, КВНчики, они в своих небольших выступлениях, в мини-спектаклях, назовем это так, воплощают в себе и актерскую игру, и роль музыканта, где-то танцовщика, где-то поэта. В общем-то, много чего им предстоит сделать, чтобы зрители вот эти 5 минут, не отрывая глаз, наблюдали за ним, да, ну, а после не свист последовал, да, будто это очень плохо, а наоборот, громкие очень такие аплодисменты, которые подчеркнули бы, что все эти старания были не зря. Думаю, что сегодня ты как раз разовьешь эту тему очень хорошо с нашим гостем. Арине, осы бір кереметте адамның көңілін көтеру үшін, он Ондай бір керемет күлкі сыйлайтын жандардың бары өте бір керемет дейді. Өйткені күлкі адамның өмірін ұзартады дейді. Күліп жүрген адам әрдайым жас көрінеді. Сен оны байқадың ба? Күліп жүретін адам әрдайым бір-екі жас болса да өз жасынан бір әлдеқайда жас көрінеді.
мысалы басқа адаммен салыстырғанда бір жайдарлы жарқын адам, өзінің жан жағына нұрын сыйлайтын адам, осы бір жақындарына қуаныш беретін адам, әрдайым өмірге де риза, жұмысы да алға басады, және де тек қана бір жақсы ойлай біледі деген секілді көбінесе осындай жандар өте бір кереметтей жақсы қоғамға әсерін тигізеді. Сондықтан да құрметті көрермендер, әрдайым гүлдей жайнап, күліп ойнап жүре беріңіздер, өйткені кереметтей осы көңіл күйде жүру адамның өзінің денсаулығына да өте қатты бір пайдасын тигізеді. Осы сіздер мысалы қандай күйде болсаңыздар да, ол сіздердің өздеріңізге байланысты. Мысалға бір ісін алға баспай атса, оны мысалға көңіл күйінде түсіріп, немесе бір оған уайымдап қатты бір керек жоқ, себебі болатын нәрсе болады. Мынандай сөз бар ғой, егер ойға алған дүниең іске аспай жатса, оны несіне уайымдайсың, бәрібір іске аспайтын дүние ғой дейді. Ал егер ойға алған дүниең іске асатын болса, ол үшін неге уайымдайсың? Ол да бір түптің түбінде іске асатын дүние дейді. Сондықтан да қадірлі көрермендер, әрдайым қандай істің болса да әр істің өз қайыры бар дейді. Сондықтан да әрбір істі бастаған кезде, немесе бір істі барысында қатты бір күйзеліске түсіп, немесе бір уайымдап, бір қатты ондай уайымға батудың қажеті жоқ, себебі тәуекел ету арқылы ойға алған жоспарларыңызды жаңағы айтқандай болса болды, болмаса оны несіне уайымдайсыздар деген секілді ойға келуге болады. Яғни осыдан шығатын қорытынды тәуекелге барып, тәуекел түбі жел қайық, өтесің де кетесің, тұңғиық түбі өте бір уайым, батасында кетесің дейді. Сондықтан да әрдайым болатын істікті бір қатты бір уайымдап керек емес деп ойлаймын. Ол үшін жаңағы айтқандай керемет көңілді көтеретін адамдардың болғаны қандай жақсы. Да, ну и раз уж мы начали анонсировать, что же сегодня будет в эфире, давай продолжим. Еще есть второй гостевой блок, вот пока нас режиссеры сориентируют, чем же мы порадуем зрителей далее, да, и подскажут, какую бы интересную рубрику нам поставить. А хочется отметить, что во втором гостевом включении мы уже будем разговаривать на более серьезную тему, но очень модно на сегодняшний день, все, что связано с экологией, очень много делается в этом направлении, всевозможных движений, проводятся форумы, создаются какие-то кружки, да, куда дети ходят заниматься, перерабатывается много материалов, которые уже не используются, им дают новую жизнь. А, в общем, много эко-клубов сегодня набирают оборотов, и в том числе в нашей Кустанайской области. Вот один из таких, организатор этого клуба, человек очень деятельный и интересный, побывает в нашей студии, расскажет, какие же интересные проекты ожидаются в течение этого года. Я осындай қызықты жобаларды қолға алып, әсіресе осы бір жастарды алға тартып, жастарды әр қарайда болашаққа өз үлестерін қосу үшін, өмірден осы бір кірпіштерін таңдау үшін бір кереметтей бір ойға алған жобаларды, әсіресе осы экожобалар болатын болсын, өте бір кереметтей қоғамға пайдасын тигізетін болса, одан егер адамдар пайда алатын болса, ол әрине өте бір кереметтей іс болмақ. Жалпы пайда алғаннан дегеннен шығады, пайда адам көбінесе біреуге пайда беру үшін емес, өзіне пайда алу үшін. Мысалы, сен жақсылық жасасаң, немесе бір қайырымдылықпен айналыссаң, біреу үшін емес, мысалға мен оған қайырымдылық жасайын, ол жақсы болып кетеді емес, сен қайырымдылық жасадың, өзіне бір кереметтей көңіл күй аласың. Жақсылық жасаған кезде бір өзіне жанын жадырап қалады, ой, кереметтей әсер аласың, ол біреуге көмектесудің арқасында емес, сен өзінің көңілінің кендігінде деп ойлаймын жалпы өзім. Сондықтан да жақсылық жасап жарысайық дегіміз келеді, құрметті көрермендер. Ол мейлі кен көлемде болсын, немесе бір қарапайым жануарларға көмек болсын, немесе қарапайым отбасындағы анана, әкене, немесе бір әжене, атана қарапайым көмекті тигізетін болсаң, ойға алған ісін, мысалы көптен бері мынандай іс болмай жатыр еді, қалай істесем болады дегенде айтып көмек қолын созып жіберсең, көмекті істеп жіберсең, мысалы оның өзі кереметтей бір жақсылық болмақ. Сондықтан сен оны тек қана өзге біреу үшін емес, өзің үшін, өзіңнің жаныңның жадырауы үшін істейтін боласың. Сондықтан да ол бір керемет игі іс деп ойлаймын. Сондықтан жақсылық жасау әр адамның өзінен басталу керек.
Хочется напомнить, что наши зрители могут принимать участие в нашей дискуссии и высказывать свое мнение относительно тех вопросов, которые звучат. Для этого мы в прямом эфире 54-39-04, код города 8-714-2. В частности, вот в отношении эко каких-то моментов, выскажите свое мнение. Как стали скоро вы замечать, может быть, на продуктах питания сейчас очень много пишут, да, эко-сметана или там био-йогурт, вот такие вот приставочки, они все чаще стали появляться на рынке, и между тем во многих магазинах стали вводить не обычные пакеты, да, в конце, когда спрашивают там на кассе, вам нужно, да, а эко-пакеты, которые якобы не разрушают окружающую среду, да, и могут служить намного дольше, нежели привычные. Вот, насколько вы обращаете внимание на такие мелочи, и, может быть, пытаетесь специально внедрить вот такие элементы в свою жизнь, поделитесь с нами, будет очень интересно услышать ваш взгляд на этот вопрос. Я қадырменді көрермендер, осыны біз тікелей эфирді жұмыс жасап жатырмыз. Осы бір айтылған тақырыптарға өз ойларыңызды қосып, немесе бір жақсы бір ой бөліскілеріңіз келсе, біздің қоңырау желіміз әрдайым ашық тегіміз келеді. 54-39-04 номеріне хабарласу арқылы, қаланың коды 8-71-42. Осы номерге хабарласу арқылы, қоңырау шалу арқылы өздеріңіздің ойларыңызды осы бір тақырыпта, кез келген жаңағы талқылап жатқан тақырыптарда ой қозғауларыңызға болады. Және де керемет айттың жаңа, эко-пакеттер, яғни әртүрлі био-йогурттар деген секілді, оның барлығы осы бір уақыттың талап етіп, табиғаттың талап етіп жатқан әсері деп ойлаймын. Өйткені табиғатты қазірден бастап ойлайтын болсақ, оны ластамауды, мысалға, білеміз, қарапайым пакеттерге қарағанда эко-пакеттер тез жерге сіріп кетеді, шіріп кетеді деп болады. Ал пакеттер ол 50 жылдап, 60 жылдап бір жерде қалып қояды. Сондықтан да осындай бір керемет бастамаларды енді Еуропа елдерінде кереметтей бастап жатыр. Қазіргі ондай мәдениет бізге де ақырындап болса да келіп жатыр деусек болады. Сондықтан да әрдайым осындай істерді жасау арқылы осындай эко-пакеттер болсын, немесе әртүрлі табиғатты қорғайтын жобалар, істер болатын болса, ол әрине кереметтей нұр үстіне нұр болмақ. Ну вот важно сказать, что вот с таких мелочей, да, и строится вот сама большая идея, концепция окружающей среды, защиты, да, экологии в целом, потому что чтобы вот такие красивые деревья, которые вот на заднем фоне есть, да, и та прекрасная природа, которая имеет нынешний вид, сохранилась, а не была испорчена рукой человека, да, вот нужно как раз предпринимать такие вот действия осознательные уже сегодня. Иә, осындай бір кереметі табиғатты аялау үшін барлығы өзімізден басталады. Егер де айтады ғой, жерде жатқан қоқыс менікі емес, бірақ та тұрып жатқан жерім менікі дейді. Себебі әрбір адам өзін тұрып жатқан жерін ластамау керек. Яғни таза ұстаса, ол бір кереметтей болашаққа деген жақсы бір әсер, болашаққа деген кереметтей бір пайда десек болады, себебі жаңағындай табиғатты аялайтын болсақ, ол яғни болашақта қазіргі күнін ұстап тұрған мысалы қарапайым ағаштар, табиғат, орта, жан жануарлар деген секілді, әсіресе осы мұхит бойындағы теңіздерде балықтарды нету арқылы осы бір пайдасын тигізу арқылы ол бір керемет игі іс болмақ. Әрбір адам өзінен бастау керек дегенге. Ну а что уж точно рахат не навредит окружающей среде, так это хорошая музыка. И қадірлі көрермендер, назарларыңыз әуенде болсын, бізбен бірге болыңыздар. Терпетіп махаббат.
Я қадірменді көрермендер, осындай әуенге кезек бердік. Себебі бүгін өте бір кереметтей адамның көңілгейін көтеретін, бірақ да баяу әндер шырқалып жатыр. Байқадың ба? Өте бір қатты бір көңілді көтеретіндей жақсы бір ырғақты әндер емес, бірақ та баяу әндер болса да өте бір керемет жанды жадырататын, көңілге қуаныш сыйлайтын жақсы бір композиция. Әуендер ойнап десек болады. Соған жалпы қалай қарайсың? Сондайға. Әнге байланысты. Ойын түсірейші. Начинается. Я никогда не могу ответить однозначно на твои вопросы. Мне сразу хочется философствовать долго и просторно. Да? Что можно сказать насчет песен в целом? Давай издалека начнем. Сейчас время обеденное, которое пролетит очень быстро. И как-то, когда человек торопится, и вот у него есть там час на все про все, ему хочется и нашу передачу посмотреть, и какую-то полезную информацию для себя найти, и музыку послушать, куда же без нее, то, наверное, очень глупо было бы слушать сейчас какого-то Моцарта или Баха, да, в таком расслабленном состоянии, и думать, что этот обед никогда не закончится. Именно поэтому мы пытаемся включить какие-то такие песни, которые были бы такими живыми очень, да, веселыми, забавными, интересными, для того, чтобы зритель мог и чай попить, и нас послушать, и позвонить по номеру 543904, что-то свое дополнить. Ну и песня тоже обязательно согреет душу, особенно если она, где тут желтый цвет, солнечная, вот такая вот, да? Вот многие, кстати, говорят, что у нас яркая студия. В таких цветах очень веселых. И вот желтый цвет, он сегодня еще и символизирует этот праздник, который есть неофициальный, а в календаре событий это день ананаса. Ой, фрукт такой сегодня, да, отмечает свой день рождения, и поэтому, друзья, символизируем не только солнышко, но и хорошее настроение через этот фрукт. Всем любителям ананаса посвящается, друзья, слушайте сегодня хорошую музыку и купите себе на ужин хотя бы несколько долек этого замечательного фрукта. Я естімеген елде көп дейді, әртүрлі осындай қызықты мейрамдар болып жатыр, ананас күн деген бір түрлі мейрам кейде жалпы, әрбір жемске, әрбір нелерге, көкөністерге бір-бір күннен беретін болсақ, календарьдің мысалы күнтізбенде күні бітіп қалады. Сондықтан да әрине өте бір мейрам, әрине ол жеке адам үшін, мысалға тек қана бір осы ананас жақсы көретін адамдар үшін жақсы бір мейрам десек болады. Ал былай жалпы қоғамға, ол сондықтан да ол неофициальный, жалпы қоғамға бір қатты бір өзектілігін тегізбегендіктен жеке бір топ, ашылық топқа ол бір керемет мереке болуы мүмкін. Сондықтан да естімеген елде көп. Енді бүгін бір жақсы ақпарат алдым сенен. Бүгінгі күні, яғни 16 ақпан. Официально тругда имес, а на настаргане. Ну, ты же вчера говорил, что каждый день он может быть праздником, поэтому... Видишь, что-то придумали за нас в виде ананаса, что-то можем придумать мы сами, может быть, зрители нам в этом помогут, позвонят, да подскажут, как, например, сегодняшний день тоже можно назвать. Я, сондықтан да, осы адамның көңілгейін көтеру үшін бір... титтейде бір жақсы әрекет жасайтын болсан, ол әрине адамның көңілі өте бір... көңілі өте бір нәзік дүние. Сен оны сындырып алуы мүмкін бір сөзбен, бір ауыз сөзбен адамның көңілін көтеруін де мүмкін. Мысалға, бір сөз бар ғой, адамның көңілі бір атым насыбайдан да қалып қояды деген секілді. Сондықтан да ол өте нәзік дүние. Сондықтан әрдайым адамның көңілін көтеріп жүру, тек қана жақсы бір көңіл күй сыйлау адамға бір-бірімізге деген, былай айтқанда, адамдық парыз секілді. Себебі көңілге тұнжырап, көңілге түсіп жүрген адам барша қоршаған ортаны да сұрландырып жүреді десек болады. Бір адам көңілсіз болса, онда ол адамға ойбай не болып қалды екен, ойбай не себепті көңілі түсіп жүр, жұмыстан ба, жеке шаруасынан ба, не болып қалды деп өзіміз уайымдайтынымыз бар. Өзіміз күнделікті көріп жүрміз оныңда. Ал егер сен
жайдары боп, күн секілді шуағын шашып жүрсен, келіп жүріп адамдарға нұр сыйлайтын болсан, ол әрине көңілі түсіп жатқан адамның өзінің көңілін көтеріп, бір жақсы әсер беруін, ол адамның керемет бір күнде жайнап жүретін адам дейді ғой, міне дәл сондай адамды, сондай жақсы бір керемет көңілге сыйлайтын адам деп айтуға болады. Мысалы, ондай адамдар әрине жетерлік қоршаған ортамызда да, жалпы қоғамда да осындай адамдар, жайдарлы адамдар, өте кереметтей бір көңілдері қанша жерден жұмысы қарбаласып жатса да, қанша жерден жұмыстарынан ауыр болып жатса да, жеке отбасында бір нәрсе болып жатса да, ешқандай бір мұнайуға, тұңғиыққа батпай, өзі жайдарлы көңілгеде кереметтей бір әсер беретін адамдар, ол әрине бір ерекше құрметке лайықты адамдар. Себебі кез келген адам ондай бола бермейді, ондай болу үшін де бір адамның эмоционалды тұрғыда көңіл күйінің тұрақтылығы керек. Мысалы, біз қараймыз ғой, сырттан қараймыз да, мысалға, о, мына адам күліп жүр, немесе жайдарлы болып жүр, кереметтей бір көңіл күйі бар, барлығы идеальны деп ойлаймыз, кереметтей ойлаймыз барлық адамды. Оның мысалы күліп жүретін адам, бірақ та оның қаншама басында қайғысы болуы мүмкін, немесе бір ойда жүрген ісі орындалмай жатады. Оның өзінде де біз мысалға сырттан қарап тон пішуіміз өте бір дұрыс емес дүние деп ойлаймын. Мінекей айтып ауыз жиғанша мен әріптесім болған жоқ, эфирімізге келіп түскен қоңырау да бар екен. Саламатсыз ба, тыңдап тұрмыз? Здравствуйте. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсыздар? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, шүкір Алла деп жүр ғой. Сіздердің эфирлеріңізді көріп, хабарласып жатырмын. Аха, тыңдап тұрмыз. Назарымыз сізде. Алло. Сізге береке тілейін деп. Күнде көрем, эфирлеріңізді жақсы жүргізесіздер. Рахат және Маргарита ханым. Ой, рахмет. Где-то в дороге, наверное, да, пропадает так связь. Но мы вас все-таки слушаем. Біз және де естідік, өте керемет бір аз айтса да, осы жақсы бір көңілге сыйлап, ісімізге береке тілеп, өзіміздің кереметтей бір жақсы, қалай, мысалға, көрерменнен ең басты дүние сол емес па? Көрерменнен кері байланыс болатын болса, көрерменнен жақсы бір әсер алатын болса, бұл біздің игілігіміздің өскені, яғни бір істеп жатқан ісіміздің ешқандай бір бекерге кетпегені деп ойлаймыз. Осындай хабарламаларыңыз болатын болса, хабарласып тұрыңыздар, қоңырау желіміз әрдайым ашық дегіміз келеді. Құрметті көрермен, сіздің жаңағы енді байланыс тұрақты болмағандықтан кейбір сөздерін естімей қалдық, бірақ та ең басты сөздерін ойымызға түйдік, түсіндік. Құрметті осы көрермен, сізге көптен көп рахмет айтамыз. Осы бір жылы лебіздеріңізді білдіргеніңізге, осындай айтылған сөздер, керемет тілектер бізді де жанымызды жадыратады десек болады. Впереди, я надеюсь, что будет еще немало звонков, да, в нашей студии. Друзья, напоминаю, номер 54-39-04. Каждый из вас нам очень важен и дорог, и каждый голос, он всегда раздается так прекрасно в этой студии, особенно когда произносятся приятные слова, и неважно, в адрес нашей команды или в целом, да, телезрители желают друг другу хорошего настроения, всегда это очень сильно приветствуется с нашей стороны. Мы всегда рады дополнить эти пожелания, пожелать вам самого теплого, хорошего рабочего дня, прекрасного настроения. Ну и, конечно, наш эфир сейчас в самом разгаре, поэтому не упускайте ни минуты этого эфирного времени. И прямо сейчас, наверное, мы посоветуем взглянуть на экран нашим зрителям. Құрметті көрермендер, назарларыңыз экранда болсын, кереметтей бір әсем әнді тыңдайтын боламыз. Сәлем көрермен, Қазспорт телеарнасында жұлдызбен жаттығу. Бағдарламаны жүргізетін мен Меруерт, және бізде қонақта әлем чемпионатының 5 дүркін жүлдегері Алмат Кебіспаев. Алмат, сәлем. Сәлем. Құрметті көрермендер, енді екінші қонағымызбен таныс болайық. Әділ Сүлейменов, сәлем. Сәлем.
Алмат Мырза, дене қыздыру жаттығыларын сізден бастайық. Жақсы. Енді кез келген жаттығының алдында денені қыздырып алу керек. Оны саусақтан, буындарды қыздырып, қолымыздан бастаймыз. Ақырындап. Қолымызды 10 рет ашып жұмамыз. Одан кейін екі қолды қосып, саусақтарымызды 10 рет солға, 10 рет оңға айналдырамыз. Бұл грек-рим күресінде көбінесе кездесетін жаттығулар, иә? Біз қарсыласты лақтыру үшін, осы қолымызды жарақтамау үшін осы міндетті түрде денені қыздырып алу керек, қолдарымызды. Одан кейін бір жақ білегімізді, екінші жақ білегімізді, одан кейін былайынан толқын жасап жіберсек болады. Одан кейін асықпай бір иығымызды, одан кейін екінші иығымызды қыздырамыз. Бес рет артқа. Екі, бір. Бес рет алдыға. Мен сіз үшін санап тұрайын. Екі, бір. Керісінше екінші қолымызды. Алдыға. Одан кейін артқа. Әділ Мырза, енді сіздің кезегіңіз. Енді мен аяққа жаттығуларды көрсетемін. Керемет, ондай болса бастайық. Аха. Қол дізенге. Енді үш кез 10 рет айналдырамыз. Керемет. И 10 рет сыртқа. Үш, төрт, бес. Алты, жеті, төменірек отырайық, сегіз, тоғыз, он. Ал енді құрметті көрермендер, бүгін сізбен болған грек-рим күресінің палуандары Алмат және Әділ. Қош, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Ну вот, мы насладились еще одной рубрикой, и я думаю, что на этом наши философские размышления пора бы уже прервать, как минимум, еще одним участником этой беседы. Анонсировали мы о том, что будем говорить про экологические проекты, которые реализуются нынче в нашей области. А между тем, гость уже появился в нашем телецентре, готов появиться и в этой студии, порадовать своим рассказом телезрителей. Поэтому, думаю, предоставим ему такую возможность, да, максимально быстро оказаться здесь. Я Арине. Осы бір экожабаларды бастап жатыр екен, осы кереметтей бір бастап жатқан дүние, болып жатқан дүние, өйткені жаңағыда айтып кеткенде экологиямызға өте жақсы әсер етуі, пайдасын тигізетін болса, ол әрине нұр үстіне нұр, себебі өйткені жаңағындай табиғатқа пайдасын тигізу өте жақсы дүние десек болады. Себебі қазірден бастап оны ойланатын болсақ, болашақта жастарға да, болашақ ұрпаққа да таза табиғи өнімдерді, табиғатты, таза табиғатты беру, тапсыру ол біздің міндетіміз. Ал осы міндетті атқарып жатқан осындай игі істің атсалушылары бүгін бізде эфир қонағы болмақ. Сондықтан да келесі легімізді осы бір қонақтарға беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Мен өзімді ұмытсам деп, ұмытсам деп.
Ал құрметті көрермендер, көптен күткен қонағымызда келіп жетті. Бүгін міне кереметті табиғат жанашыры десек болады. Эфиріміздің қонағымыз болды, болып отыр. Және де осы бір кереметті істі қолғалып отыр. Өте керемет бастама десек болады. Өте бір керемет жобалардың болып жатқанына қос қолдап қолдайтын дүние. Құрметті көрермендер, осындай жобаларды байқап сіздерде өздеріңіздің табиғат аясында немесе табиғатқа деген сүйіспеншіліктеріңізді оятқыларыңыз келсе, осындай кереметті қонақтарымыздың, осындай сырласатын, сұхбаттасатын адамдарымыз болса, онда осындай ақпаратты беретін болсақ, ол әрине біз үшін де өте керемет жағдай болмақ. Ал енді көп сөйлеп созбай, әдептен озбай, келесі осы қонағымызды Маргарита сүйікті де сүйкімді әріптесін таныстырсын. Можно сказать, что уже постоянный эксперт нашей студии, да, с такой оговорочкой. Но Оразбек Бирмагамбетов сегодня вновь радует взор наших телезрителей. Добро пожаловать в эту студию. Добрый день. Как настроение? Отлично. Ну что ж, говорить мы будем о многом, о том, что было, о том, что будет. Да. Какие, давайте для начала расскажем, экопроекты уже успешно реализованы на территории Кустанайской области? Получается, в 2022 году мы реализовали впервые, как бы мы как общественный фонд реализовали 3 государственных социальных заказа. 2 из них в Федоровском районе, 1 по городу Кустанай. Это наши первые государственные социальные заказы. И помимо этого еще 4 проекта. Общая сумма была где-то до 8 миллионов, получается. Мы, вот, мы как говорится, нашли для нашего проекта такое вот, привлекли финансирование. Вот, если брать госсоцзаказы, то мы сейчас активно пропагандируем мировую концепцию Zero Waste, так называемую ноль отходов. Это такая концепция, можно сказать, она базовая для того, чтобы вести экологический образ жизни. Мы ее пропагандируем, продвигаем среди учеников школ и студентов колледжей и вузов. Если брать, допустим, отдел внутренней политики, он нам помог в плане финансирования, ну и в целом площадки предоставлял. Мы в том году охватили 100% каждый колледж города Кустаная и около 4 или 5 школ. В этом году, ну, не будем пока говорить о планах, чуть позже. Вот такое количество, мы большое количество студентов. Помимо этого, мы в том году благодаря поддержке отдела внутренней политики сформировали экологический отряд на молодежь, где молодежь, то есть у нас теперь у эко-клуба есть молодежное ответвление, где ребята сами проводят свои мероприятия. Ну, пока было такое мероприятие, как Дармарка, ну и хотят еще провести экофестиваль. Думаем, вот так вот. Помимо этого, мы провели первый такой тимбилдинг в том году, перед Новым годом. Познакомили всех членов эко-клуба между собой. Ну, не всех, кто смог присутствовать на нашем небольшом чаепитии, скажем так. Познакомили, и благодаря этому произошел хороший нетворкинг, после которого все это контактами обменялись, и кто-то что-то у кого провел. Допустим, там представители КРУ были, и, допустим, наши ребята, которые там могут всякие мастер-классы проводить, вот они между собой связались, и потом наши ребята провели в КРУ мастер-классы различные. Вот таким образом наша задача вот была продвигать. Помимо этого, в Федоровском районе мы завершили госсоцзаказ, и в этом году еще дополнительно им провели вот экофестиваль, буквально вчера мы провели, а позавчера мы провели. Очень классное мероприятие было, такое прям, там, мы привезли туда всех спикеров наших, ну не всех классных спикеров, там и зоозащитники рассказывали про собачек, привезли свой собачек, провели уроки добора ты. Динара Шадрина, руководительница эко-мастерской, провела мастер-класс по пошиву эко-сумок там и так далее. Николас Мармалиди, он провел мастер-класс для детей по созданию видеороликов про экологию, ну, сидели стоп-моушен. Основательница эко-бренда «Ладога» Анастасия Кравченко провела мастер-класс по созданию эко-продукции, ну, по уходовая косметика экологическая. Помимо этого, там присутствовал аким района, заместитель аким района. Мы наградили лучших эко-волонтеров и выбрали три лучших эко-проекта, на которых мы дали финансирование для того, чтобы они реализовали. Мы дали по 100 тысяч тенге на каждый проект и надеемся, они будут реализовываться. О чем это? О том, что эко-волонтерство сейчас популяризируется, и там в Федоровском районе, это первый в Казахстане район, который реализовал такой проект вместе с нами совместно. Ну, можем мы этим гордиться, да, действительно, потому что ни в одном районе и городе Казахстана еще не было таких проектов, настолько вот они системные были, продуманные, друг за другом последовательно, и как они, получается, непрерывные. Федоровский район, у нас благодаря этому проекту теперь есть план, стратегия на ближайшие 5-6 лет по сотрудничеству и реализации проектов именно экологического направления в Федоровском районе, именно развитие эко-волонтерства, озеленение, благоустройство. Там было 2 проекта. Первый – это вот продвижение концепции, второй – это развитие волонтерства на селе.
Вот. Помимо этого мы еще 4 проекта реализовали аж в том году. Это экомедиа-центр. Мы снимали очень много роликов на тему экологии. То есть это и об экологических проектах, которые реализуются в Кустанайской области, и об экологических проблемах, и, ну, и обо всяких мероприятиях. Второй был проект у нас — мобильная станция для удобрения. Мы произвели удобрение, то есть сделали такую станцию для того, чтобы мы могли там на село выехать и сделать удобрение экологически чистое, органически для жителей села. Мы выдали около 3000 литров удобрения от них. Помимо этого мы еще сделали, получается, такой проект. Мы у фонда первого президента выиграли грант на сумму 3 миллиона тенге. И сейчас, ну то есть он начался там и еще будет продолжаться. Это мини-сад фруктовых и еловых растений. То есть это прям и семечки будут выращивать, семена ели там, сосны. Ну и также еще там сад будет небольшой в рамках этого проекта. Мы уже подготовили почву, подготовили, получается, как скважину там. Мы изготовили, закупили семена ели сибирской, закупили сушилку для того, чтобы семена сушить. Ну и эти посадочные всякие там, ну, специальное оборудование, которое высаживать нужно, которое помогает высаживать эти саженцы. Это вот такой большой крупный проект, тоже первый в Казахстане, можно сказать, который будет создан на территории школы. Это питомник прямо на территории. Ну, он будет мини-мини, не скажу, что он большой. И еще пару проектов мы реализовали, ну, честно говоря, уже аж запамятовал какие. Ну, получается, мы организовали раздельный сбор отходов на селе, но проблема была в том, что мы все-таки его не довели еще до конца. Мы хотим его совместно с Петровским районом теперь довести. Это установить пресс. То есть мы уже установили урны, контейнеры для раздельного сбора отходов в селе. Теперь нужно привезти туда пресс, чтобы дети могли это спрессовывать, и чтобы оно вот в таких вот как кубиках отправлялось на город на переработку, и за это дети еще получали небольшое финансирование. Вот так вот. Во многих проектах вы упоминаете, что первые, да, первые в Казахстане, первые там-то. А вот каково это — быть первыми среди никого? Ну, на самом деле, интересно. Ну, скажем так, так как ты первый, не у кого подсмотреть. Да, так как ты все учишься, всему учишься на своих ошибках. Мы же ведь как бы не планируем, когда ты первый раз что-то делаешь, а тем более, когда у тебя... ты сам создаешь алгоритм действий и так далее, и при этом не у кого подглянуть, конечно, ты сделаешь ошибки. Поэтому вообще мы все это время реализовываем концепцию «Зеленое село». С учетом, в одном селе мы реализуем как можно больше экопроектов, чтобы в селе было там раздельный сбор отходов, переработка навоза, там, выращивались органические чистые овощи там, и продукция на полях, чтобы была сортировка отходов, там, чтобы была своя там грибная ферма, чтобы была своя теплица. Мы, кстати, вот теплицу поставили. Для чего? Мы когда это сделаем, мы эту концепцию дореализуем, мы потом эту концепцию будем распространять по другим селам. Но прежде чем распространять, нужно научиться, понять весь алгоритм, изучить все ошибки. И такой, эта концепция в целом тоже такая первая в Казахстане, что прям, ну не первая, а можно сказать, нет, есть такое село Арнасай в Астане, но там немножко другие тоже проекты. А мы хотим вот то, что действительно можно на селе прям постоянно реализовать, на территории школы. Мы создадим методический материал, мы пропишем, сколько на каждый проект было затрачено, сколько, по идее, нужно там в идеале, и будем вот распространять по другим селам Кустаная, Кустанайской области и страны. В этом году уже на нас вышел Актобе, там есть грант «Шеврон», дает 7 миллионов. И мы эту концепцию, то, что у нас уже туда предложили, если мы выиграем, то там 7 на 7 миллионов тенге поставят и теплицы, и солнечные панели. А, кстати, вот мы еще один проект. Обучение населения возобновляем источником энергии. Мы создали мобильную станцию солнечную, солнечных панелей. И в каждое село, в Мендегора, Федоровка, Узунколь, Карабалык, проехали в каждый районный центр. И детям показывали, как собирается, разбирается солнечная панель. Это тоже будет. И это мы хотим развивать в других селах. То есть в Атырау, вот там вот эти вот наши несколько, 5 проектов будет в один реализован, типа как «Зеленая школа» будет называться. И мы планируем, чтобы эти проекты дальше как финансировались либо со стороны государства, либо спонсорства. Но, допустим, приезжаем там, в другое село, там, в любое другое село, и говорим: вот у нас есть такая концепция. Хотите реализовать вас? Да, хотим. Что из этого у вас есть? Допустим, если у них есть уже теплица, значит, как методом того, что не нужно, мы ставим то, что действительно понадобится всему. В общем, сами придумали, сами набили себе шишки, да. Но зато и славу получаете тоже сами. Ну, я не скажу, что сами, там многое, что команда делала, многое, что другие люди тоже делают, там не все же своими прям руками делаешь. Но, честно говоря, каждый этап ты, да, все равно проходишь, своими руками что-то делаешь, чтобы
понять и потом это передать уже опыт. Это что касалось прошлых проектов, да, которые уже зарекомендовали, которые успешны, которыми можно похвастаться, что называется. Да. Что касается этого года, какие планы, какие стратегии уже разработаны? Так, ну, в этом году мы планируем, получается, если в том году мы с отделом внутренней политики охватили, допустим, все города, все колледжи города Костанай, то теперь совместно с управлением образования мы хотим охватить 300 школ по всей области, из 480, по-моему. Это буквально каждый день по школе слушать, за редким выходным. Да, ну, получается, мы как хотим. Вообще, конечно же, мы хотели бы ехать в район, мы не сможем прям каждое село посетить, 100%. Это уйдет, наверное, лет 5 ближайших. Но мы хотим выехать в район, и чтобы дети из разных школ приехали в сам районный центр и там провести мастер-класс. По городу Костанай 100%, каждую школу мы хотим охватить. Ближайший, допустим, город Тобыл, мы тоже можем 100% охватить каждую школу. Может быть, трудно, но в такие города, как Аркалык, там, Новозум, тяжеловато будет каждое село еще объехать. Но мы постараемся максимально прям выехать в село. Почему? Потому что если мы, допустим, детей будем звать из сел в районный центр, то не все дети смогут приехать, да, из села, допустим, а всего-то там 5-10 человек, а в селе учатся, допустим, 100 детей. 50 детей. Вот если в этом году в Федоровском районе мы охватили каждый сельский округ, каждый, все 12 сельских округов и 100% детей с 6 по 11 класс. Поэтому он такой уникальный проект, что каждый ребенок получил такое что-то. И руками потрогал, ну, образование. И теперь наша задача вот провести вот такой вот проект, где мы обучим 300 школ вот экологическому, вот этой концепции Zero Waste. Помимо этого у нас будет такой классный проект, мы хотим ежегодно его делать теперь, экологический летний лагерь. То есть в течение одного дня, двух дней, потом дальше трех дней детей собирать на базе либо Золотого Фазана, либо другого экологического лагеря, эко-места, и обучать их там, то есть экологическому образу жизни. Там и мусор они будут сортировать, и там какие-то тренинги, игры и так далее, и так далее. Угу. Дальше мы хотим, конечно, привлекать ребят из страны, то есть классных ребят, спикеров, которые там из Астаны, из Алматы и так далее. Вот, это такой вот эколагерь, это тоже такой проект в проекте. Помимо этого, у нас теперь мы распространяем в Федоровском районе, мы тоже реализовали. У нас раньше конкурсы идей проекта были в основном все направлены. А в этом году мы реализовали именно конкурс экологических идей стартап. Теперь совместно с управлением образования мы тоже хотим чисто конкурс экологических идей реализовать. Помимо этого будет конкурс еще «Зеленый двор», по-моему, вот, ну, вот так вот. Еще управление природопользования тоже уже выставило госзаказ. Мы поменяли тему немножко. Образовательная часть уходит на управление образования, а управление природопользования предлагает такие проекты, как раздельный сбор отходов, пропаганда раздельного сбора отходов, пропаганда бережного отношения к лесу, так как был пожар, да, и пропаганда бережного отношения к воде. Вот эти проекты мы надеемся, тоже возьмем этот государственный социальный заказ и будем его реализовывать. И если брать немножко не экологический проект, в этом году мы предложили для отдела внутренней политики такой проект, как «Джентльмен Клаб». Суть в чем, ну, это немножко не про экологию. Взять детей, у которых нет отца, но мама есть, и создать некий клуб, где дети будут учиться, вот, ну, где за них будут браться как мужское воспитание. То есть, когда нет отца, немножко тяжело, да, там, ребенка вырастить без отца, в плане того, что нет мужской руки, там он, может быть, немножко будет женственным где-то и так далее. Мы хотим вот взять вот этот вот клуб, это будет роль отца, скажем так, исполнять ребенку. Мы там будем, задача будет им их отдать на те секции, которые там им по душе, обучить там навыкам коммуникации там и так далее, там, как с женщиной здороваться, как там с ней, о чем говорить, о чем не говорить, о том, как там держать инструменты, найти их призвание, там, познакомиться с каждой волонтерской организацией, там, кто-то в зообриют пойдет, кто-то в эко пойдет, кто-то там, допустим, престарелым будет помогать, чтобы ребенок был всесторонне развит. И этот клуб, ну, такой мужской клуб, скажем так, будет. Но там же мы и будем что-то экологичное, ну, в любом случае, так, эколог. С уклоном. Да, с уклоном на экологию тоже. Вот, такой план. И в этом году я хочу создать экоцентр в городе Костанай. С учем, то же самое в одном месте. Это такой центр раздельного сбора отходов. То есть приходите, там 30 урн стоят, и каждая урна там для определенного вида вторсырья. Дальше там у нас идет медиа-центр, то есть вы там можете фильмы посмотреть на тему экологии, там на ноутбуках поработать, ну, что-то разработать, провести тренинг свой, если хотите. Дальше там червеферма, то есть там можно поработать с червями, как это все делается, работает. Дальше у нас там гидропоника хотим в одном месте сделать, чтобы гидропоника была. Дальше, чтобы в этом же центре была центр перешива вещей, одежды и так далее, чтобы мы могли старые вещи там перешивать.
Ну и еще там, то есть этот центр будет нужен для того, чтобы в нем объединить много экопроектов. Круто. Вот, исходя из ваших ответов, я так понимаю, что идет колоссальная поддержка ото всех буквально. Потому что, смотрите, внутренняя политика, да, там отдел образования, природопользование, потом что еще, какие-то частные фонды, спонсорство. Да. То есть вы окружены, получается, осознавая всю важность вашей деятельности, вам помогают от гос каких-то структур до частных лиц. Да, да, так и есть. Наверное, это потому, что, да, действительно есть хорошие идеи и проекты. И, во-вторых, сами государственные органы понимают, насколько это нужно, сами заинтересованы. Ну и, скажем так, у них, наверное, сейчас вот то, что появились мы, да, как активисты, которые качественно, добросовестно, и иногда прям, в принципе, на добровольных основах это делают, и они понимают, что почему бы сейчас, ну, то есть им сейчас там, как это, не, ну, как... Не впустую они тратят свои средства. Угу. Потому что, если брать, допустим, ну, я не знаю, как это раньше было, но, может быть, было такое, что они там вливали средства какие-то там в какой-то проект, а он был безуспешным, неустойчив и не было какого-то результата. А сейчас, получается, каждая копейка, она, ну, оправдывается, можно сказать. Потому что и мы растем, и наша деятельность растет, и проектов больше становится, и участников экологического движения становится все больше и больше. Соответственно, в это можно пока еще как не можно. Кто-то говорит, да, конечно, типа там, вот экология, там, может быть, 2-3 года будет еще актуальна. А я думаю, что экология это всегда актуальна. Она и была актуальна, и будет актуальна. И, как говорится, пока мир существует, экология будет всегда актуальна. Но здесь вопрос даже не в том, насколько это актуально, а на то, а в том, что мы предлагаем и что делается в ней. Вот и все. Ну и в целом ниша, я так понимаю, сильно-то и не занята, да? То есть есть куда расти, развиваться, придумывать. Да, конечно. Судя по тому, что многие проекты, они вообще впервые реализованы. Да, то есть, потому что на самом деле у нас этим никто толком, ну как, занимались, но больше такое, там, не знаю, как это сказать, зеленые технологии, там, чисто уклон был и так далее. А мы вот, получается, наша задача это объединить между собой уже и дать каждому направлению толчок. Uh-huh. То есть это и возобновляемые источники энергии. Кстати, много думаю, посольство Америки, там, через американцев установили несколько хозяйств возобновляемые источники энергии, благодаря которым тоже так прям хорошо продвинулись. Как сказать, вот мы же не только там реализуем экологический проект, мы самое главное делаем их устойчивыми. То есть и пытаемся там тем, кому мы там этот помогаем, чтобы они были коммерциализируемы, может быть, где-то, чтобы самоокупаемыми были в будущем проекты. Вот так. Поэтому нас наверное, и поддержат. Ну, мы сами как бы, мы не такие, что сидим и ждем поддержки. Вы там давайте. Мы сами приходим и говорим, вот у нас такое предложение есть. Мы сейчас четко просто понимаем, к кому, зачем можно пойти. Но в то же время мы не просто говорим, а вот мы... Придумали вы нам, давайте, и все. То есть это не односторонняя такая, как, что они нам только помогают, а мы все на этом. Ну и мы взамен помогаем, где-то подскажем своим опытом, где-то экспертов пошлем, где-то там у них там конкурс, ну если это конкурс научных работ и проектов, там обязательно своего человека пошлем, чтобы он помог разобраться. Там, ну если это проект в сфере экологии, конечно, мы там своего специалиста, он даст четко там понимание, насколько этот проект актуален, важен. То есть мы своей экспертностью помогаем, где-то прям как волонтерами помогаем. Вот, допустим, мы рыбное хозяйство есть, вроде, ну, хотя мы с ними там лунки ездим, бурим. В этом году даже свой бур приобрели, чтобы им прям помогать бурить. Они постоянно к нам обращаются, мы с ними вместе выезжаем. Здорово. Давайте сделаем небольшую паузу и посмотрим интересную рубрику. Я қадырлы көрермендер, назарларыңыз экранда болсын. Өмір түбі жалғасатын сыңайлы, уақыт қана алмасатын сыңайлы, бір балақай емденіп бүгінді сәби орнын шалбасатын сыңайлы, басқа мүлдем, сипат алып бас қайғым, жаңа шөмір, қара шөмір бастаймын, күндерімді, жылдарымды аяулы бәрін-бәрін балақайға тастаймын, сон-сон ол да ертең менше сүйеді, жан жүрегі өртенгенше сүйеді, күйеді, енді өтпестей тарпаң басын жастықтың уақыттың құрығына еді, ажал деген жасандойға алданып, адам біткен қабір қазар қамданып, өлмейді адам,
ұмытады тек бәрін, сәби орнын басқан кезде шалғарып, өлім деген тайқып кету бәрі қалып, өмір деген қайтып келу таңданып, мендік өмір, ендік өмір мұйымда, мұйдағыны жоғалту да бұйым ба, кешегімді кешпегендей адаммын, бір дәуірді ұмыт қылу қиым ба, өмір түбі жалғасатын сыңайлы, шақтар ғана алмасатын сыңайлы. Ардақты ағайын, осындай бір кереметтей жобаларды қолға алып жатыр екенсіздер. Өте бір жақсы қос қолдап қолдарлық дүние, әсіресе осы екі жақпен бірігіп қолдау көрсететін болса, табиғатты аялайтын болсақ, ол әрине нұр үстіне нұр, себебі табиғат жаңағы сіз айтпақшы қай уақытта болмасын өте бір өзекті мәселелердің бірі. Табиғат әрдайым ластана береді, ластануы да мүмкін. Сондықтан да осы қазіргі таза табиғатты экологиялық тұрғыдан болашаққа жеткізу, болашаққа бағдарлау, ол әрине өте керемет ой, және де сол ойды жүзеге асырып жатырған осы бір сізде адамдардың бары бізді өте қатты қуантады десек болады жалпы. То, что вы сказали, это, я так понимаю, примерный план работы, да, на год? Ну, да. То есть могут быть какие-то изменения или, наоборот, дополнения приятные? Может быть, раз и в июне месяце у вас придет какое-то там осознание интересного проекта, который в начале года пока не появлялся. Может быть, что-то вам подскажет? Да, мы немножко хотим изменить структуру фандрайзинга, то есть методы привлечения средств и те, кто будет этим заниматься. Раньше занимался мини-проектами, там, где получал по 300-500 тысяч евро. Теперь эти мини-проекты я не хочу брать, я хочу, чтобы это было молодежное кого. А сам хочу, ну, то есть мы взрослые, хотим перейти на республиканские и международные гранты. То есть там, где уже в долларах, скажем так. И там уже больше возможностей, так как, ну, мы сейчас же из ряда мелких проектов хотим сформировать большой проект, ну, что-то наподобие экоцентра. На экоцентр понадобятся большие средства, поэтому у нас уже немножко другое. Это и взаимодействие с крупными холдингами, там, как СРРК, Автопром, там, Алжагра и так далее. То есть надо теперь с ними контактировать, взаимодействовать и реализовывать какие-то проекты совместные. То есть наша задача теперь расти в плане привлечения финансов побольше, в плане сотрудничества с недропользователями и так далее. А по поводу проектов, да, не всегда, есть всегда, будет. И большой кейс у нас, у меня на данный момент там где-то записная, ну, есть банк идей, так называемый, где-то 43 проекта. То есть это да, пока мы сейчас вот где-то в городе Кустанай, где-то в одном селе, но задача же вырасти теперь до уровня области, что в каждом селе Кустанайской области мы присутствовали. Наше было участие какое-то, то есть это или проектом реализовать, либо как-то еще. Вот. А рук хватает? Для выполнения всех задумок. Да, поэтому, ну, вообще я хочу перейти больше вот в стратегическом, больше, чтобы там где-то со мной связь там и так далее. А ребята, которые у нас в команде и приходят в команду, чтобы они занимались уже вот представительством, уже своими руками что-то делали. Задача еще также, чтобы в каждом районе селе были наши представители. Вот в Федоровском районе мы закончили, теперь из каждого села мы там по 3-5 волонтеров набираем, создаем опечат и ставим туда своего координатора, и он будет координировать их, давать задания и так далее. Это дети там 8-9 классов, которые будут выполнять какие-то задания для того, чтобы в селе организовывать эко-волонтерство, эко-проекты, эко-мероприятия. Вот что нужно сделать и как вас удивить, чтобы войти в эту тройку или пятерку людей, которым посчастливится работать под вашим крылом? Да, на самом деле, знаете, дети не так, ой, мы там прям так желаем. Нет, это наоборот, нам еще надо, приходится уговаривать. Да, да, давайте там реализуйте и так далее. То есть мы не такие прям популярные там, или может быть авторитетные, чтобы дети прям действительно хотели. Но некоторые дети прям иногда на аватарку ставят наши фотографии. Ну, есть, да, фанаты, скажем так, но при этом... ну, скажем так, если алгоритм такой, создаем чат, да ничего по сути не надо, мы просто задание директорам даем, а у каждой школы там есть, как, знаете, среди школьников есть же вот это совместное самоуправление школьное, там, директор школы, или как это называют, там, вот они должны будут организоваться. Почему? Потому что мы просто предлагаем не только же, вот вы там должны будете делать там уборки, мусорка, мы говорим, ребята, там есть проект, грант, давайте так, если хотите реализовать, мы вам поможем написать проект, создать проект, реализовать, привлечем на него финансирование. То есть детей мы тоже должны как-то заинтересовать, чтобы они оставались в этом движении. Вот так.
Хорошо. А у нас тоже есть какой-то график работы. И примерно, конечно, мы понимаем, что золотой граммофон, он проводится там-то, да, золотой микрофон там-то. Вот открытие, значит, театра в такую дату происходит. Мы уже понимаем, в каком месяце какой гость вернется в эту студию с новостями. Вот на какую бы дату нам запланировать ваш новый визит, чтобы можно было подвести некие итоги хотя бы промежуточного свойства? Так, ну, у нас сейчас февраль, март такой. В мае вот можно, потом перерыв где-то до августа, либо сентябрь, либо октябрь. Так. У нас вот все проекты заканчиваются в декабре, ну, октябрь-ноябрь. Да, ну, это вот, прям такие, да, финальные итоги, да, года. Да. А промежуточные у нас вот август, либо июль, вот так. И начинаем активно, начинаем, это апрель-май. То есть сейчас мы, по сути, еще даже не начинаем, мы вот просто пока... Раскачиваемся. Да, раскачиваемся, изучаем, подаем проекты и так далее. Что ж, мы вобьем в график, угу, и будем знать, когда можно будет вновь насладиться вашими беседами в этой студии. Будь здоров. На прямо сейчас ваши пожелания нашим зрителям просим. Ну, я желаю, чтобы вы были максимально осознанны, чтобы у вас получалось все хорошее, о чем вы задумали. Пожелание намного скромнее, чем вот весь рассказ про экологию. Все-таки у вас в душе, да? Да. Вот это просыпается, и вы уже не можете остановиться, когда, ага, рассказываете про свое детище, да? Да. Ну, и что еще? Конечно же, крепкого-крепкого здоровья. Ну, и я бы хотел, чтобы вы радовались и понимали, насколько вы каждый из вас ценен. Каждый из нас уникален. Спасибо, что вы такой уникальный, что к нам пожаловали в студию, поделились новостями. Ну и спасибо. Будем ждать вас вновь в мае, в конце, наверное, где-то. Біз міндетті түрде бар отырсамыз, өйткені осы бір осындай жобаларды қолға алып жатқан кезде не себепті қолдау білдіріп, неге бармасқа себебі қазіргі бүгінгі жасалып жатқан әрекет ертеңгі күні өзімізге болашаққа пайдасын тигізері сөзсіз. Әсіресе осындай игі жобалар, жақсы жобалар экологияға пайдасын тигізетін және де заманауи жабдықтарға негізделген заманауи тұрғыда өте қатты бір жасалған заман ағымына сай жасалған десек болады. Жалпы осындай жасалған жобалар өзінен болашақта әсерін беретін болады, себебі қазірдің өзінде осындай әрекеттер жасалып жататын болса. Екіншіде жаңағы түйгенім, мектеп оқушылары баратын болса, мектеп оқушыларының атсалысатын болса, тәрбие талбесіктен дейді, осындай кішкентай кезінен бастап балаларды табиғатты аялауға, осындай табиғатты кереметтей бір ағаштар отырғызуға, немесе осындай керемет істерді жасап жатуға баулайтын болсақ, ертеңгі сол кішкентай балалар ертең басқа бір өзіне шәкірт жасап, өзі бір ұстаздық жолын қуып, осындай табиғатты аялайтын болса, онда ол әрине осы кісілердің еңбегінің жанған себебі, әрбір жасалып жатқан әрекет өзінің пайдасын тигізетінін, пайдасын тигізгенін көру үшін оның ең алдымен нәтижесіне қарау керек. Нәтиже қандай болады, сонда іске жоба асты ма, аспады ма, содан көруге болады. Өте бір жақсы игі бастама деп айтуға болады, және де осындай жобалар біздің әсіресе Қостанай өңірінде бар. Өте қатты қуанды, себебі республика бойынша жалғыз ғана осындай бастап алып жатқан кереметтей игі іс әрі қарай да өз жалғасын таба бермек, және де біз енді шын жүректен қуаныштан басқа сезінетін сезім жоқ. И на этой прекрасной ноте мы не прощаемся, говорим вам до свидания, до новых встреч с новыми победами. Но и нашим зрителям пора тоже сказать до свидания, пожелать хорошего дня и напомнить, что этот выпуск будет, как и все прочие, обязательно на YouTube-канале, на нашем официальном сайте kostanaytv.kz. Я құрметті көрермендер, өкінішке орай енді эфирде өз мәресіне жетіп қалды. Біз сіздерді қимаймыз. Әттен тағы да сөйлегіміз кеп тұрады, бірақ та енді эфирдің өкінішке орай уақыты да келіп жетті. Біз сіздермен қоштаспаймыз, тек қана келесі кездескенше дейміз. Отанымызда тыныштық, отауымызда ырыс құп болсын. До свидания.
Казахым мен.